главный холл Байолара. И внизу там ресторанчик. Холл отеля, где бар и проход в основной ресторан. Вот здание отеля, главный бассейн. Прямо по курсу за кустами бассейн для небольших домиков. И вот там бассейн 16+. В холодное время года он немного подогревается. Мы заехали в Байолара. Точно современный ремонт. Косметика очень приятная. Мыло пахнет классно. Зубные щеточки, бритвенные принадлежности. В душевой тоже вон мочалочки лежат. Очень все лаконично. Классная душевая, шкафчик с сейфом, классные тапочки двух видов. Номер очень просторный, кровать king size, диванчик дополнительный, вот такая зона. Здесь шкафчик с мини-баром и холодильником. Ремонт классный, все современное, стильное, свежее. И бассейн у нас виден, и море. Масса кроватей, современный стильный дизайн, очень приятная цветовая гамма. Мне очень нравится. Это балкон. Здание из двух крыльев состоит. У нас с видом на море и бассейн. Рядом, кстати, общественный пляж. Там вот, где припаркованы машины. Бассейны классные. В общем, все. И посмотрим. Это зона вилл. В ней находятся семейные двухкомнатные номера с выходом в бассейн. Номер Family Lake House. Две комнаты, изолированные друг от друга. Две ванны. В обоих душевая кабина. Вот так вот все это сделано. И тут в комнате взрослых, получается, сделан выход к бассейну, к своей части. Лежачки стоят, очень уютно. А это, получается, уже детская ванная. И детская комната. Из нее нет выхода к бассейну для безопасности детей. Но дизайн очень классный везде. Аквапарк отеля Байолара. Современный, приятный. Скоро полазим в нем. Это площадка мини-клуба, там внутри помещение и снаружи зона для игр, и там детский бассейн. Каждый день они делают поделки и разные развлечения. Поделки, площадка, маленький бассейн для детишек. Территория отеля достаточно небольшая, но в то же время места всем хватает. Тут бич-бар, который работает 24 часа в сутки, и дорожка на пляж. Пляж шириной 130 метров. Лежачки все с раздельными зонтиками, есть пирс, есть платные пляжные домики, 70 евро аренда на день.
на нулевом этаже основной ресторан. Ресторан начинается со сладостей из зоны 16+. В отеле очень прикольная улица еды. Тут разные станции с разными типами еды. Сниму попозже, что они там подают. Погода просто супер. Тут, видимо, будут что-то печь, но немножко позже. Еще не все открыто. Тут салатики и всякий фастфуд. Что там? У них всякие курочки гриль. Булки. Тут делают пиццоньки. Фрукты. Блинчики. И там еще мороженое должно быть. Сейчас мы на него посмотрим. Его еще нет. И, конечно, гюзли мои. И пончики. В отеле еще очень большая зона открытая у ресторана. И вечером, и утром тут очень приятно. Ну а сейчас в межсезонье идем. Абсолютно комфортно. Все парашютики с турецким флагом. Сегодня здесь праздник.